Если честно, я не так сильно, чтобы погружаюсь в какие-то роли. Я чувствую роли в момент. Когда нет знаний, надо полагаться на интуицию. И я не такой человек, который что-то изучает, куда-то углубляется. Я человек, который просто чувствует. Сложно сказать, кто такой Вудсман. Я хочу уловить какую-то мужественность в персонаже. Если волк, он такой необычный персонаж, и он и игривистый, он и, может быть, и злой, и хитрый. У него много разных эмоций внутри, то Вудсман такой какой-то коренистый мужик, такой дровосек. У него какая-то боль глубокая присутствует, но слоев каких-то в этом персонаже, наверное, нет. Это как, наверное, принц в балете. Принц, он и есть принц. Дровосек, он и есть дровосек. Я все буду пытаться двигать, то есть я и музыку люблю, чтобы быстрее играла, я и паузы, чтобы меньше. Я за то, чтобы спектакль был короче. Мне не важно, что тут будет необычно. Что-то плохо, что-то хорошо, что-то не так. Самое главное, чтобы не было скучно для зрителю. Это для меня это смерть.